Hello everyone and welcome to Mighty Russian. My name is Anastasia and today I want to talk to you about Easter in Russia. I'm going to speak 100% in Russian, but don't worry because there will be subtitles in both Russian and English, and you can also download a full transcript of this lesson on my website. Just go to www.mightyrussian.com/podcast. So without further ado, let's get started. Пасха – один из моих самых любимых праздников. Я очень люблю его и всегда жду с нетерпением. Православные и католики отмечают Пасху в разные дни. Я знаю, что в этом году у католиков Пасха была 4 апреля, но у православных она будет в воскресенье 2 мая. Большинство людей начинают готовиться к Пасхе в субботу после рабочей недели. Самая главная традиция на Пасху – это красить яйца. Во многих странах на Пасху едят шоколадные яйца, которые приносит заяц. Но в России нет ни шоколадных яиц, ни зайцев. Мы красим куриные яйца. Сначала мы их варим, а потом уже красим и украшаем. Молодое поколение, как правило, использует для этого специальные красители, которые продаются в магазине. Но люди старшего поколения красят яйца в луковой шелухе. Этот способ очень простой, а самое главное – натуральный. Так делали наши предки и до сих пор делают наши бабушки. Кроме яиц, на Пасху мы едим куличи. Кулич – это пасхальный хлеб. Как правило, он высокий и сладкий. Перед Пасхой куличи можно найти в любом магазине, но мы предпочитаем печь их сами. Когда мы печем куличи, в доме становится тепло, уютно и очень вкусно пахнет. Существуют разные рецепты и варианты
куличей. Моя мама всегда кладет в куличи изюм. Но когда я была маленькой, она пекла куличи с леденцами, потому что мне не нравился изюм. Сейчас я не могу представить себе куличи без изюма. Мне кажется, что без него они не такие вкусные. Еще одна важная пасхальная традиция – это приветствие «Христос воскрес». Люди говорят эти слова друг другу при встрече, а также отправляют в социальных сетях. В ответ на это приветствие мы говорим: «Воистину воскрес!» В Пасху мы также часто ходим в гости к родственникам и друзьям и дарим друг другу яйца и куличи. Конечно, в прошлом году это было невозможно, но надеюсь, что скоро мы сможем вернуться к этой доброй традиции. На этом я заканчиваю сегодняшний эпизод. До скорой встречи. Пока-пока. This was Mighty Russian. For more podcasts, free video lessons, study material, and private classes, visit www.mightyrussian.com.